Алло? Да. Да, все. Сейчас сохраняюсь и иду. Давай. Кажется, теперь и до нашего спокойного города дошел зеркальный кризис, разразившийся во всем мире после активации установки профессора Неокладного. Его жертвой стал молодой парень, имя которого в интересах его безопасности мы не называем. По словам специалистов, он, по всей видимости, попал во временную петлю, которая неосознанно поддерживается и управляется им через домашний компьютер. Оператор реальности.